Salute, bello mio. Come stai? Уже соскучился? Прости, дорогая, но сейчас не время для утех. Я должен поговорить с Антонио. Срочное дело. Антонио! Эцио пришел! Эцио, все ли в порядке? Карло Гримальди и Барбариго вступили в сговор с неким испанцем. Они собираются убить Дожа и поставить на его место своего человека. Тогда в их руках окажется вся Венеция и весь ее флот. И меня еще называют преступником. Ты мне поможешь? Я на твоей стороне, брат. Да и все мои парни тоже. И девушки. Грация, амичи. Но, Эцио, на этот раз все будет гораздо сложнее. Дворец Дожа охраняется лучше всех зданий в Венеции. Смелость города берет. Вот за это мы и любим тебя, Эцио. Пойдем, посмотрим на него. Что-нибудь да придумаем. Нет, этот заговор против Дожа. Страшное дело. Хотя предательством меня уже не удивишь. В детстве мне рассказывали, что дворяне добрые и справедливые. Я верил в это. Мой отец был сапожником, а мать служанкой. Но мне хотелось добиться куда большего. Я усердно учился, но это ничего не значит. Коль ты не отпрыск знатного рода, то для дворян всегда будешь человеком низшего сорта. Так скажи мне, Эцио, кто настоящие аристократы Венеции? Люди вроде Карло Гримальди и Марко Барбариго? Нет. Я считаю, это мы. Воры, наемники и шлюхи. Пока мы спасаем Венецию и ее жителей, дворяне мечтают использовать их себе на забаву. В числе самого Джованни есть и удивительные картины из Падуи. Может, вам нужен... Нужно тщательно исследовать дворец, осмотреть его под разными углами. За дворцом стоит высокая колокольня. Можно забраться на нее или по задней стене базилики. У тебя есть мысли на этот счет? Парадный вход для нас закрыт? Хе-хе, ла бене. Мы попробуем войти из парадного входа с Сапутелло. Следуй за мной. Ну, что ты думаешь? Здесь мы не пройдем. Пока мы будем разбираться со всей этой стражей, они успеют убить Дожа. И... Ты посмотри, тут повсюду лучники. И на стену здесь не заберешься.
Он закончит на виселице, если не остановится. Площади Сан-Поло Дож повелел ввести стандарты для изготовления фейерверка. Полный текст указа. Бенни, нам повезло. Похоже, что по лесам можно взобраться на крышу базилики. Ну что, вперед? Как? Кажется, это действительно рискованно. С бородой святой Анны. Его железные яйца. Все, смотри. Это же он! Гримальди! Сеньор, неужели вы не понимаете, что я вам предлагаю? Пожалуйста, выслушайте меня. Это ваша последняя возможность. Как ты смеешь? Прошу прощения, я не хотел вас оскорбить. Я просто забочусь о вашей безопасности. Время на исходе. Через ограду не перебраться, да и стражники повсюду. Дьявло! Сегуэми! Это невозможно. Человеку туда вход заказан. Только птица пролетит. Да, птица. Постой, куда ты? К своему другу Леонардо. Мне нужна твоя помощь. Она работает? Что? Что ты сказал? Твоя машина работает? Она в самом деле летает? Не знаю. Это всего лишь опытный образец. И он еще не готов. Испытывал? Нет. Это слишком опасно. Чтобы испытать ее, нужно спрыгнуть с башни. Какой безумец решится пойти на это? Леонардо, кажется, ты нашел такого безумца. Ну, как она работает? Ты когда-нибудь наблюдал за полетом птиц? Дело не в том, чтобы быть легче воздуха. А в том, чтобы сохранять равновесие, ты должен использовать вес тела, чтобы менять высоту и направление. Удачи, Эцио. Почему я падаю? Это просто смешно. Дворец слишком далеко. Дьяволо, я сдаюсь. Я скорее сам убьюсь, прежде чем убью еще одного тамплиера.